Фомин. Евгеньев. Теперь понятно. Гамалё досталось просто страшнейший момент. И дай бог, чтобы ничего не случилось трагичного. Лаксальт по центру несется. И передача на Тюкавина. Константин. Разворот. Удар. Гол. 1-0. Динамовцы выходят вперед. И это Бителло. Мстит за удары по ногам. Константин Тюкавин сделал все, чтобы этот гол стал возможным. Классно развернулся. И предложил Бителло забить.